Так, ну давайте посмотрим первую маточку этого года. Узнаете ли вы ее по походке? Вот. Прячут, греют. Мелковатая. Она. Добрый день, дорогие друзья. Ящики наготове. Шестирамочники уже стоят. Вот здесь у меня вышла маточка, которую я показал. Вот так вот двумя, значит, отметочками я сделал себе. Для себя пометил, что матка есть. Теперь надо отслеживать. Там, где у меня установлены маточники, то здесь я поставил просто по одной отметке. Еще не проверил. Но сейчас вот у меня вот эти сегодня задача заселить вот эти вот шестирамочники. Надо делать этот вот у меня с семьей. Здесь у меня уже вчера я установил шестирамочники. Сделал отводки на одну-полторы рамочки для того, чтобы матки выходили. Ну и теперь надо проверять. Здесь вот поставил шестирамочники. Еще там надо будет привести. У меня их много. Хватило бы пчелы для того, чтобы делать отводки. Работы очень много, снимаю мало. Потому что уже зарядил и стартер. Или стартер, как правильно сказать. Вот. Ну, сейчас этот стартер я отдам на соседнюю пасеку для того, чтобы там человек вывел порядка 50 маток для себя. Ну, то есть стараюсь выполнить ту задачу по заселению трутневым фоном все окружающие пасеки, которые есть в округе. Вот. Ну, сегодня пчелка сегодня похолодала. Кстати, не кстати, но пчелка на воде есть. Пчелка на воде плотненько берет водичку. Вот. Ну и по цвету мы вот видим, что моя пчела постепенно желтеет. Да? И вот задача моя насытить. В этом году насытить округу настолько трутневым фоном, для того, чтобы матки свободно спаривались, в свободном спаривании. Значит, спаривались только с трутнем этой породы. Ну и так как я являюсь заводчиком этой породы кордован, гибрида здесь, то, соответственно, от меня теперь зависит сочетание линий для того, чтобы не было кровосмешения. Какой год делать отцовские семьи, какой год делать материнские семьи. Конечно, будет другой трутень, но это работа, это такая работа, которая, ну, которую необходимо делать, ребята. Ну, я за работу, поэтому хотел вам показать, что первая маточка на свет появилась. Вот в этой семье мы с вами видим, да, тоже маточка вышла. Вот, открыта крышечка. И пчелки доедают там молочко. Там еще молочка много осталось. Вот, маточник я уберу, но немножко расскажу об этой семье. Хорошо развивалась семья отводок. Вы видите, я, правда, его уже бомбил. Вот, после того, как здесь пропала матка. Так обидно, уже пчела развивалась. Все, уже должна была выходить на полный корпус. Но не судьба. Поэтому пришлось поставить маточник. К тому времени уже маточник у меня был запечатан. Это как раз 10-й день приблизительно был. А в этой семье интересная история. Вот она, маточка идет. Только-только вот она вышла. Совсем молодая еще. Сейчас вот развернется, да? И вы знаете, свищевые маточники на рамке, она еще не успела с ними расправиться. И многие скажут, ну оставь, Серега, да, там матку. Ну я вывожу много маток, и мне свищевые маточники не нужны. Мне единственное, от этих маточников сегодня надо будет взять молочко для закладки новых маточек. Вот она совсем еще молодая, крохотная еще. Ой-ой-ой, посмотрите, какой цвет у ней. Ну вот они, свищевые маточники. Уже личинка у них достаточно крупная. Маточники крупные. Вот. Но не нужны они мне, понимаете, ребят. Потому что у меня очень много маточников заложено своих.
Звонят пчеловоды, вот недавно звонил мне пчеловод, говорит: Сергей, ну начал смотреть маточник, и в этот момент я его разрушил, боковинку оторвал, запечатают обратно, нет, уже не запечатают, маточник, маточка погибла, все, она не выйдет, не будет развиваться. Вот. Что делать, чтобы не допустить такой ошибки, ребят? Ну, в первую очередь надо посмотреть, там, где установлен маточник, если пчелы его еще обсиживают, да, вот, лучше не трогать. Почему? Потому что они даже могут уже вышедшую маточку, там, значит, молочко да есть за ней, там, разгрызать его начать, там, или еще что-то делать, да, но, как правило, в замершем маточнике не обсиживается, да, вот он. И если матка вышла. То есть для того, чтобы не сделать такую ошибку по разрушению вашего маточника, посмотрите, если еще пчелка плотно обсиживает, если она гудит тревожно, значит матка еще в маточнике. Не рискуйте, подождите сутки-двое. Она никуда от вас не уйдет уже. Вот, но и обидно будет, понимаете, вы потянули рамочку, оторвали маточник и, ну, ваши надежды пропали. Поэтому не надо торопиться. Ну а это облет молодой пчелы. Не успевает заходить, выходить. Вот так вот потихоньку мои пчелки рыжеют.